Добрый день, это Откровение с Ярославом. Здравствуйте, Ярослав. Йоу. Йоу. А скажите, как долго вы играете в Follow Feelings? Около 2 месяца. Да, и как ваши впечатления? Хорошие впечатления, отличные ребята. 2 месяца успели записать мой вокал к альбому. Успели снять промо-видео к тому же альбому. В целом, мне понравилось. Нравилось, да? Как ты вообще попал в группу? Как это случилось? Женя, он же барабанщик, написал мне через ВКонтакте с просьбой, ну, типа, прийти на репетицию, оценить вообще ситуацию, какая в группе, и послушать меня. В принципе, всем все понравилось. Понятно, мне просто сотрудничать. Расскажи вообще про свой опыт, сколько, когда начал петь, сколько уже поешь. Где играл, ну, пел в плане? Пою около 3 лет. Начинал с групп разных направлений, но так я долго в них не задерживался. Там, начиная с разных нью-металов, металкоров, дескоров, хардкоров и прочих стилей, даже альтернативных, рок там, такого плана. Что могу еще сказать? На каких исполнителей ориентируешься в плане вокала? Каких... личностей? Ну, ориентируюсь там на... Бозман, например. Ну, с творчеством Бозмана я знаком довольно-таки недавно, раньше не интересовался. Сейчас ориентируюсь на таких ребят, как Павел Горбатов из Майотом, Аарон из Betraying the Martyrs, кто там еще? Ну, Кравченко, который с нами фит писал. Я понял. Как-то так. Да, у нас еще есть топ вопрос от наших слушателей, вот. В принципе, первый. Правда ли, что в группе FF все педики? Нет. Нет? Фу. Нет. Вообще, расскажите про эту ситуацию, ну, в плане, вот. Ну, не знаю, но вы поняли, чего. Это, типа, шутки такие. Ну, вот. На самом деле, ребята абсолютно... Это вы так шутите? Я? Ты что, я топ вопросов задаю? Рассказывай. На самом деле ребята все нормальные, абсолютно адекватные. Некоторые даже девушки есть, с которыми они там настроены на серьезную жизнь. Вот. Абсолютно адекватные, умные и способные работать и продвигать группу и вообще продвигаться. То есть по сравнению с теми участниками, с которыми я играл раньше, с теми группами. Там совершенно все было по-другому. Там большая часть времени творчества – это застой. Творчество самой группы – это просто застой. Это просто репетиции в никуда и трата денег, времени. Понятно. А времени не так уже много. А смотри, здесь... вы выпустили альбом. Какой у тебя любимый трек, например, с альбомом? Любимый трек – это Emptiness, Burn It, Baby Burn, с Кравченко. Ну, в целом, все треки неплохие. А что будет дальше? Какие у вас планы? И у тебя, в частности, как личности? У меня, в частности, планы писать кавера, как-то продвигаться в этом, работать над вокалом. Вот. А у группы? А у группы готовим очень интересный материал, много всего нового, интересного. Я думаю, очень стоящего. Ходят слухи, что у вас тур вот будет какой-то. Да, у нас будет тур в конце лета, в начале осени по странам СНГ. Я надеюсь, у нас все получится. И много людей будет ходить, и будет интересно людям. Я понял. Что хочешь пожелать слушателям? Слушателям хочу пожелать... и дальше слушать, ходить на концерты, следить за новостями, лайки, репосты, это очень все приветствуется. Вы реально нам поможете, и это будет самое лучшее, что вы можете сделать вообще для нас. Okay. А мы вам будем взамен музыку и клипы, и фотосеты, и, короче, все, и концерты. Окей, Ярик, спасибо. Давай, удачи тебе. Давай. Пока.